Добрый день, дорогие друзья! Приветствую вас в городе курорте Анапа. Я сегодня со своей семьей приехал в магазин «Модная школа», чтобы одеть теперь Данила к школе. Дашенька у нас уже готова, тебе твоя одежда нравится? И теперь у нас на очереди Данилка. Потом мы еще раз зайдем, но уже с Ярославом, он сейчас у нас на сборах, поэтому сегодня без него. Хотели сразу двоих. Находится этот магазин на Ленина, 154. Приезжайте сюда. Есть парковочка хорошая, чтобы поставить машинку и подобрать вещи своим детям. Жесть творится на самом деле сейчас в школьной форме. Проталкивают там свои там какие-то клетки, не клетки. Говорят, идите покупайте в эти магазины именно. Но выбор здесь обширный и практически для каждой школы вы сможете подобрать себе одежду. Вот она парковочка. Вот так выглядит вход в магазин «Модная школа». Заходим, поднимаемся на второй этаж и нас уже встречают. Да, и кто тут? Здравствуйте. Наши любимые, здравствуйте. Дашу одели в прошлый раз. Сегодня кого одеваем? Данила. Данила одеваем. Готовьтесь, тогда мы сегодня вам покажем очень красивые комплекты на Данила, потому что я парней вообще очень сильно люблю одевать. У меня 3 девочки и ни одного мальчика. Эта ниша такая незаполненная в жизни. Я в магазине наверстываю это все, одеваю очень активно парней. Мне очень нравится их наряжать так, чтобы им было классно, потому что они, как правило, все заходят такие в магазин. Идут такие, мама их привела, или папа их заставил, или еще что-то. Но когда мы начинаем одевать этих парней в зауженные брючки, хорошие какие-то рубашки, поло, такая одежда, которая им нравится, и они понимают, что реально в модной школе можно одеться так, чтобы было по кайфу ходить в школу. Чтобы брюки были джинсы, там, или как джинсы, с посадкой, мягко, удобно и комфортно. Вообще в этой одежде можно жить, в школу ходить, радоваться жизни. На это сегодня мы делаем свой главный упор. Одевает Данила, потому что реально мальчики у нас любят одеваться, парни, взрослые, все приходите, все у нас есть. Начнем, дорогие друзья. Вот так вот я уже выгляжу. Привет всем. Вы меня вообще узнаете, ребятки. На Юре рубашка на рост 194, потому что у Юры рост 191. Это случилось потому, что когда Юра пришел в магазин в прошлый раз Дашу одевать, захотел рубашку, у нас до роста 188 в наличии. И мы тут же следующей поставкой для Юры специально поставили рубашки вот такого роста. Это говорит о том, что если парни есть выше роста 190, можете приходить в наш магазин «Модная школа». Для вас рубашки мы тоже можем поставочку сделать легко. А еще мы отшиваем брюки, бывают нестандартные парни, высокие, очень большие, то крупные, то высокие, худенькие приходят, и нас прям просят, ну, пожалуйста, мы ничего не можем найти на своих парней. Мы тоже специально заказываем на фабрику, и нам отшивают индивидуальные размеры. То есть у нас индивидуальный подход даже к каждому клиенту. Но на Юре мне рубашка очень нравится. Юра, тебе самому как? Ну, по это такая классная. Атмосфера. Ну, мы все-таки пришли Данилу одевать, давайте да. Переключаемся. Мы Данилу подобрали первый образ. Выбрали джинсы, 100% катон. Там 97 хлопка, 3 эластана, все, больше ничего. Очень хорошо, классно сделано, отстрочены везде кармашки, все сделано как положено. Рамочки сзади, кокеточка вся простроченная, все очень хорошо, очень хороший катон. Будет дышать. Парни такие-то любят джинсы, в школьную жизнь их не внести. В нашем магазине как раз джинсы для парней есть, для школьного возраста. 44 уже размер, парень худенький. Но так кажется, но уже во взрослом 44 размере. Рубашку короткий рукав мы одели под низ кардигана, потому что у нас в Анапе жарко. Данил может пойти в сентябре в коротком рукаве. Потом дунет ветерок сентябрьский, и он накинет уже кардиганчик. Такой кардиган в Анапе. Но он будет, конечно, выручать и осенью, и зимой, и весной. Здесь 65 хлопка. Мы любим говорить о том, да, насколько это вот хорошее, качественное, все трикотаж, мягкий, комфортный. И самое главное, что он не вытягивается там в процессах носки нигде, не растянется ни в локтях, никак. Усадку не даст, и он будет выглядеть новым таким, ну вот как сегодня, как 1 сентября, он будет выглядеть так и 25 мая. Трикотаж очень хороший. Рубашка у нас удобная.
Данила. Фактурная ткань такая. Планируем, если в школу пойти, то надо рубашечку на 1 сентября, чтобы была. Ну, вот, поэтому мы сразу выбрали такую фактурную рубашку. Пусть она будет одна такая нарядная. Сорочки на парней до 43-го взрослого ворота напоминает, до роста 188. Поэтому не только такие стройные парни могут у нас одеваться. Джинсы на Даниле стоят 2200, кардиган 2100, рубашки в его размере от 1500. Подобрали второй вариант для школы, чтобы Данилу было каждый день удобно и комфортно. Полотрикотажный, 100% катон, короткий длинный рукав, очень любят парни. Я его спросила, я говорю, поло норм? Он говорит, да, все хорошо. По комфорту, по ощущениям все хорошо. Мне главное, чтобы у детей было вот ощущение в одежде, вот, ну, как она моя, да, вот, чтобы когда одел, и все, и тебе комфортно. Но вот мне не надо, чтобы они ходили так в школу, мне хочется, чтобы им это надо было так. В других брюках уже 80% натурального сырья, очень высокий эластан, аж 4 стороны тянется. Очень мягкий эластан, и они без стрелок, зауженные, очень красиво оформлены, вот именно здесь. Здесь кокетка на брючках, да, со строчечками, со всеми. Ну, качество отшива у нас, конечно, безупречно. Везде вот эти закрепочки, которые многими уже ленивыми производителями не соблюдаются, эти нормы отшива. У нас все сделано российскими фабриками так, чтобы дети носили, и ничего этим брюкам не было весь учебный год. Поэтому прочные, надежные брючки. Это брючки 44 размера. И именно эта модель зауженных таких брючек есть до 56 взрослого размера. До роста 188. Неважно, в каком вы росте и в какой полноте, мы можем подобрать такие брючки на любого парня. Они стоят у нас 2700, 2900 на взрослые размеры. 1400 поло. Самое главное, чтобы деткам было удобно в школьной жизни. Еще один вариант на осень, на зиму. Вязаный жилет на основе шерсти. Здесь 50% хлопка. Он очень мягкий, комфортный по ощущениям. И он не будет пеленговаться, как пеленгуются трикотажные вязаные вещи на основе шерсти. Поэтому он будет сохранять свой внешний вид, свою износостойкость. Плюс эта модель жилета, она очень модно, современно сделана с этими большими широкими полосками. Посадка, понятно, прямая жилета, но очень мягкий. Вот я даже никаких усилий не делаю, да, просто вот так беру жилет, он так легко растягивается, вот такой вот, и назад делает усадку. Это, конечно, Москва-смена, наши любимые производители, которые делают просто шикарные вообще, просто коллекции каждый год. Мы с ними сотрудничаем, как официальные представители в Краснодарском крае. Рубашечка голубая, стоит 950 рублей. На мальчишек-подростков есть и короткие, и длинный рукав, такие рубашки. Жилеты до 42 размера. На Данила вот 42, кстати, хорошо и сел. Информация для родителей, чьи дети учатся в школах, например, там 6, 7, новая школа Горгипия, гимназия Эврика, 12, знаю точно, еще там, где введена такая синяя клеточка. В нашем магазине на мальчиков, конечно же, мы отшили жилеты с этой синей клеткой. Спинка у нас комбинированная с темно-сером цвете. В синей клеточке очень хороший, великолепный состав. Здесь 75% натурального сырья. Качество ткани безупречное. Пеленговаться точно не будет. Здесь мы вне конкуренции по поводу ткани. У нас всегда очень хорошие, классные ткани, которые очень хорошо еще и дышат, потому что высокий состав. Плюс на девочек есть юбочки на запахе, демонстрирую сразу. Жилетики к ним. И сарафаны. Очень удобная модель. Вверх имитация жилета, пышная юбочка, складка. Комплекты одежды синей клетки для всех анапских школ, где это по требованию есть наличие. Так что приходите, анапские родители, мы вас ждем. А вообще вот не все только вот Данилу сегодня. Но с нами еще сегодня здесь в магазине Даша.
пришла моя подружка, да, Даша? Да. И так как она моя подружка, мы решили, что она должна сегодня с магазина уйти тоже вот такая красивая. И мы с Дашей подобрали ей такой комплект из нарядной коллекции, которая сейчас со скидкой 30%. Это еще и выгодно, не только хорошо и красиво, удобный, уютный джемпер, трикотажный, он стоит всего 900 рублей. А юбочка такая в яркий горох, еще есть разные другие принты, они все по 1100 со скидкой 30%. Даш, тебе нравится? Ка, покружись нам, покажи нам юбочку. Вот такая божья коровка у нас в магазине. С Данилом мы сейчас одели просто рубашку померить. Такой легкий летний вариант, когда сейчас в сентябре будет еще жарко, весь сентябрь теплый. Ну и в принципе ничего поверх не надо. Рубашечка легкая, дышащая, комфортная, качественная, всегда нужна. В нашем магазине, напоминаю, рубашки с роста 110-116 до роста 188 есть всегда. И качество отшива, оно просто безупречное. Воротнички не морщатся, манжеты на длинных рукавах не морщатся. Многократные стирки, я не знаю, ну вот сколько за год раз можно постирать? 100-200 раз рубашку, я не знаю. Но мамы все взахлеб говорят, кто мальчиков одевает не один год, что идеально, как новая рубашка, весь учебный год. Ткани не желтеют, воротнички не морщатся. Поэтому вот честно, за качество, вот даже голос могу сорвать, но буду кричать всем всегда, что в нашем магазине все, что не возьмете, все очень надежного качества. Поэтому смело приходите и доверяйте, а мы-то уж точно вас не подведем. Цена рубашки 1500, знаете, пола, розень. Сейчас Юра такой говорит, а что это другое поло, да, Юра? А это другое поло. Мы с Данилом еще решили одно поло попробовать, потому что его предпочтение лично, он мне сказал, что не очень любит рубашки носить. Ну, парочка рубашек нужна, потому что 9 класс, парень уже солидно, все хорошо должно быть. Но на каждый день все-таки больше хочется такой более удобной одежды. Поло как раз это та самая тема. Это другое поло, здесь немножко другая фактура трикотажа. Трикотаж это лакоста поло, буклированный называется трикотаж. И мы сейчас еще вариант с ним решили померить такого пола, чтобы на каждый день все-таки вот эти удобные были вещи, которые не будут его смущать, и тем более он привык к таким каким-то более удобным, комфортным. А Даша наша большая помощница, вот, она съела все конфеты в магазине и этим нам помогла. Да, Даша? Чтобы никто не толстел. Конечно, поло, короткий рукав у нас уже два есть, но длинный рукав же тоже нужен будет. Все-таки сентябрь, октябрь впереди, всякие зимние эти месяца. Все время говорю родителям, когда поло дети выбирают, настолько плотный, хороший, качественный трикотаж, прям очень плотный, он прям как ткань, вот он не растянется, вот эти локти не будут пузыряться, ничего нигде никак, он усадочку не даст. Настолько качественный, плотный трикотаж. На сгибе, вот тут вот на сборе, видно, вот какая-то аж матовость, такая глубокая матовость этой ткани. То есть видно, что она настолько плотная, классно сидит, аж прям как мел, цвет такой прям белый. Они у нас 30 размера с роста 122-128 до роста 170-44 размер. Вот сейчас на Даниле вот 170-44 рост. Младший среднешкольный возраст весь помещается. Есть еще голубой, серый цвет, а еще есть вкусные цвета пола, конечно, есть тоже до 44 размера. Мы одели Данилу желтый яркий цвет, такой солнечный, летний, какой он яркий, под любимые джинсы, шорты. Да, вот даже вот с такой игрушкой на плече. Очень хорошо сочетается. Школу, да? Даша нам помогает здесь, да, Даша? Вносит у нас всегда настроение в нашу работу, поэтому все хорошо. Вкусные, это как вкусное мороженое, вообще ягодное. Бирюза такая классная, нежная. И голубой цвет даже можно носить в школу поло, потому что голубые пастельные тона, кому можно в школу, можно это поло тоже использовать. Я очень люблю эти поло. Они всего по 1300 рублей. Вот помощница. Я же говорила, она нам помогает, да, Даша? Вот вешает все, умница. Яркие летние цвета, если что, приходите. Еще можно 2 месяца точно в них ходить. Ой, друзья, вы знаете, одевались сегодня, конечно, Данила, но напоминаю, что в нашем магазине полно всего и на девочек. Рюкзаки к школе у нас гризли на девочек, для мальчиков. Платья по акции по 1000 рублей на любой размер, до 56 взрослого размера на девочек, девушек. Полно. Жилеты, жакеты по акции по 600
рублей со скидкой. Вот сейчас, например, в примерочной вот такой вот жилетик меряют всего 600 рублей. А также есть новинки в жилетах, очень ультрамодные модели вот такие получили недавно. Очень классные, на осень уютные, теплые жилеты. Модные. Брюки для девочек, конечно, серый, синий цвет, на резинке, прямые, палаццо, трикотаж на осень. Какой же он уютный трикотаж. Мы даже такие брюки одевали в прошлый раз. Кто не смотрел, смотрите прошлый сюжет тоже. Уютные брючки, синий, серый, черный цвет на девочек, тоже большой выбор. Блузы, конечно, это все. Это длинный, три четверти спортивного стиля, оверсайз, подростки, девочки. Ну, просто очень большой богатый выбор. И вы знаете, вот сколько смотрю по Анапе, где, что, как можно купить на девочек. И каждый раз радуюсь тому ассортименту, который у меня в магазине, потому что, ну, реально крутые модели. Реально у нас работают дизайнеры для того, чтобы этот ассортимент был именно таким. Качество ткани, отшивов, конечно, все безупречное. И я вот честно говорю, вот без ложной скромности, я очень горда тем, что я могу это все предложить как возможности для детей в школу ходить классно, качественно, модно, стильно. И это реально мы делаем все с большой любовью, с большим уважением к нашим людям, к нашим детям, к нашей работе, нашей команды, потому что на самом деле не я одна это все делаю, еще целая команда всегда работает со мной. Вот сейчас девочки трудятся в магазине, одевают других детей. Пока я работала с Данилом, да, я работала, но я называю это работой, но я работаю это с душой, я вкладываю душу, я подбираю брюки, поло, рубашки. Для меня это кайф, для меня это удовольствие. И когда работа приносит такое колоссальное удовольствие, я считаю, что это очень большое счастье, и на самом деле я очень счастлива. И все, кто придет в мой магазин, я готова поделиться этим счастьем, радостью, и приходите, детей наряжать будем по полной программе. На мальчишек сегодня убедились, что много чего есть. И брюки, и рубашки, и поло на учебный год для комфортной жизни у нас обеспечены. Так что много чего у нас есть. Не только снаружи, но и внутри. Так что Ленина, 154Б, магазин «Модная школа». Сейчас в августе работаем до 9 вечера каждый день. С 9 утра до 9 вечера. Поэтому приходите все, мы вас всех ждем. Итак, дорогие друзья, мы вам сегодня в очередной раз рассказали про магазин «Модная школа». У нас, говорится, никто не ушел без покупок. Данила мы одели. Все то, что он выбрал, все ему то, что понравилось, мы взяли. То же самое Даша перепала, такая красивая под божью коровку одежда. Ну и я не остался сегодня без красоты. Надеюсь, что вы оцените и напишите, как вам такая рубашечка. Можно, говорится, настилить и ходить в какой-нибудь кафе либо вечернее заведение, чтобы быть более презентабельным. Хотя я чувствую себя великолепно и в майках. Вам огромное спасибо за то, что уделили время, посмотрели этот видеосюжет, и надеюсь, что он принес вам как минимум идеи для возможностей в одежде ваших детей. Те, кто приехали на отдых, плохая погода, шторм, приехали, одели детей, дома у вас этих проблем уже не возникнет. Ждем вас в комментариях. Те, кто уже одевался, тоже напишите, как вам поноски, вещи, потому что мы рассказываем в магазине «Модная школа» уже не первый год. Им спасибо за отличную одежду и позитивные эмоции. Я боялся в этом году одевать Дашу, потому что думал, ну все, это будет просто взрыв мозга. Все идеально прошло. И вам того же самого желаю. С вами был Юрий Азаровский. До следующего видео.